Блин! Тварь! Чё за хрень? Отстань, слышишь? Это его бог, он встретился со своим богом. Всем привет, дорогие друзья, с вами Шамби, и сегодня мы продолжаем играть такую игру под названием Poppy Playtime Chapter 3. В предыдущей серии мы с вами встретили Dog Day'а, и это очень ужасно было, типа, мне реально грустно. Вот, история Dog Day'а — это что-то с чем-то. Мне было грустно, когда в него залезли вот эти игрушки, он погнался за мной, это было реально жестко, поэтому если вы не смотрели предыдущую серию, смотрите на здоровье, она есть на канале, думаю, вам не составит труда перейти на канал и посмотреть это видео. Вот, но под этим видео вы можете уже заранее поставить лайк, если все-таки видео не понравится, то лайк можете спокойно убрать. Вот, мы продолжаем. У нас сейчас нам Олли дал ключ от офиса, и поэтому мы направляемся в него. В предыдущей серии мы были в Playhouse. Да, Playhouse. Вообще это Playcare, но он как-то, видимо, связан с Playhouse, судя по всему. Ой, как-то я поменял так. Я не нажимал кнопку. В школе мы еще были в предыдущей серии. В Playhouse, в Home Sweet Home были, в магазине игрушек мы еще не были. И вот в офисе. Поэтому направляемся. Как-нибудь аккуратненько. Ну, я сейчас так понимаю, будет подгрузка. Бфс. Бфс. Окей. Хаги, кэтнап. И. Окей. О, господи. Все, мы переходим. Офис. Там была надпись офис. И мы попадаем в этот самый офис. Мне интересно даже, как это будет выглядеть. Ой. А чё, у меня так мало FPS внезапно стало? Так, окей, я надеюсь, у меня не будет так постоянно, что у меня 40 FPS просто. Это странно. Ваши инструменты вас не защитят. О, здесь газ. Вот почему здесь так лагает. Из-за газа. Ну, причем смотрю туда 40 FPS, смотрю сюда, ну, 60 примерно, по ощущениям. Так, мне нужна батарейка. Здесь заперто. А куда? Куда мне идти? В таком случае... У меня нет батарейки здесь, или... А, вот она. Запрятали. Оп, открыто. Почему вот в этой стороне так лагает? Там, наверное, вся локация находится, и типа она вся прогружается. Ладно. Так, нужна еще батарейка. А, подождите, я могу уже ее забрать, да? Да, только дверь закроется. Окей. Странно, почему они это раньше не использовали, потому что раньше так тоже можно сделать было. Так, бэм. Запуск. Кассета, кстати. Прошу заметить, 8-8-95 года, аварийное оповещение. Вот мне кажется, что это именно то, что раскроет нам сюжет. То есть, некое аварийное оповещение. Что-то, что, как бы говоря, мы посмотрим и поймем, почему все вот так вот произошло. То есть, возможно, что-то типа записи с камеры, то есть, понимаете, в момент этого всего. Так, какие-то, ну тут действительно офисы. Ничего в целом необычного в натуре офиса. Повернись и иди домой. Не хочу, я уже, блин, столько прошел. Нефиг мне тут разворачиваться. Блин, офисы, интересная локация, мне прям пока что нравится. Глава, я так понимаю, школы, Мария... Ашакан. Окей, кстати, имя русское, по-моему, нет? Возможно, здесь и русские работали даже. Да что с FPS-ом? Что за звук? Страшный звук. О, здесь все, кстати... Что? Ой, блин! Бонзо! Ой. Капизум пробежал! И все затуманил. Я что-то немного пропустил, я хотел так развернуться и... Пропустил всю вот эту картинку. Но Бонзо задохнулся. Действительно, внутри него ребенок. Блин, я в шоке с этого сюжета, это офигенно. Так, ну я так понимаю, мы можем газовую маску надеть. А, мы туда не можем попасть. Ладно, нам только забрать вот так вот можно. Есть возможность. Жаль, я бы там походил в маске. Маску, блин, кстати, маску очень мало использовали, по факту. Очень мало. Как-то у них, в общем-то, были раньше фишки, и сейчас есть фишки, они их очень мало используют. Это очень жаль, на самом деле. Тоже раньше была перекачка руки, то есть ты мог просто спрыгнуть с обрыва, и тебя реально качало туда-сюда. Вот. А сейчас тебя по скрипту просто будет двигать. Короче, это странно. Здесь все завалило жестко. Проход какой-то тут. Help написано. Опа. Глава
этого самого магазина игрушек. Эдуардо Гала. Окей. Что у тебя тут? Ну, тут, понятное дело, игрушки, все в игрушках. Тут все как бы стандартно. Для учителя, возможно, главы заведующего, так сказать. Ой, блин, к учителю, что несу? Работника магазина с игрушками. Так, и здесь подъем. Знаете, что мне это напоминает? Момент с мамочкой во второй главе, от которого я обосрался. И сейчас все нормально. Можно не бояться. И где мы? Опять мы между куполом опять. Как-то мы опять вылезли сюда. Окей, бэм. Ох, блин. И опять мы в пещере. Ведь, судя по всему, мы сейчас будем встречать катапов все чаще и чаще. Да это жесть просто, ребят. В этом моменте. Все чаще и чаще будем встречать катнапа, и в итоге это все к чему-то да придет. То есть, либо у нас будет какое-то что-то типа босс-файт, либо он будет за нами бежать. Хотя, мне кажется, нет. Мне кажется, они не сделают то же самое с катнапом. Он хоть и страшный, но мне кажется, нет. Он не для этого создан в этой игре. И чё? Чё мне делать? Так, окей. Поднимусь наверх. Тут у нас рука должна быть. Можно подтянуться, вижу. Да блин, вот так, двумя руками. Вот, но я не раскачиваюсь, видите, я просто вертикально вверх поднимаюсь, это странно. А, стоп, электричество. Сюда. Ага, ага. И вот почему в таком случае я не могу поменять левую руку? А, стоп, я же могу синюю вот так вот тоже делать, ё-моё, дурак я. Па-па-па, сюда куда-нибудь, нет? Куда-нибудь сюда, хорошо. Забираем энергию. И куда дальше? Куда дальше? Вот я подкину себя, может, пойму. Но не туда явно, и мне кажется. А где вторая часть электричества, типа, это я не понимаю. Блин. Пока что непонятно, подождите секунду. Туда, что ли, долететь? Но я ж не долечу. А, долечу, ладно. Без проблем. А электричество-то куда? Офис. У меня руки сейчас не хватит просто. Да что это такое? Почему FPS 3.13? Мне надо электричество было ввести куда-то или что? Я не вижу тут места, куда можно привести электричество. Не, подождите, мне интересно. Зачем мне это электричество сейчас? И куда мне его можно засунуть? А, оттуда я его беру, а засовываю куда? Блин, ладно, придется отпустить. Я вообще в непонимании неком. А, стоп. Может тогда снизу взять сейчас? Ах, мозг плавится. Так, тогда вот так. Вот так. А, вот сюда надо принести точно. Вторая штука же здесь. Бэм. Теперь вот так. Вот, блин, вот так. Все, хорошо, зацепляем. Туда. Так, подтягиваемся. И цепляем теперь уже эту штуку. Бэм. Есть. Что мне это дало? А, там поднялся мостик. Тут поднялись мостики просто и все. В чем прикол? Я мог долететь спокойно. Ну ладно, сделали так, как сделали. У них и во второй главе была проблема в одном месте с этим, с головоломкой. Там можно было ее очень легко решить. Вот в этом месте лагает жестко. Типа, я не знаю почему. Но чтобы я не трогал в настройках, у меня лагает тут жестко вообще. В любом случае. Заблокировано. Блин, очень много всего здесь можно будет исследовать, я уверен. Так, и глава детского... этого, сада. Детского сада. О, вот ее или... А, подожди, кто там? Глава детского сада Стелла Крейбер. Ее офис мне нравится больше. Прям такой он прикольный. А тебе куда вставлять? А, вот, розовая кассета должна быть. Давайте поищем. Мне кажется, она где-то здесь почему-то. Вот где-то тут она. Как будто бы она должна быть. Здесь так много места. Это не кассета. С розовыми кассетами у нас вечно проблемы. Потому что еще в первой главе я кое-как нашел эту розовую кассету. Она была реально сложно запрятана. Так, кассету. Кассета. Вот где-то здесь. Должно же быть. Блин, я... Ой, да блин. Маску надел. Это кассета? Нет. Видимо, нет. Я не вижу ни хрена. Ладно, давайте там посмотрим. Тут я не могу найти кассету. Тут поищем в основной комнате. А, ну, как всегда. Так, посмотрим, что на ней написано. А, стоп. Не, сюда розовая должна быть. Подождите, а белую кассету куда? Мне кажется, где-нибудь в конце я найду телевизор
И вставлю, смогу вставить туда кассету. Какой-то инцидент с Хартманом. Давайте послушаем кассету. Запустим. О, это мальчик опять какой-то. А, мистер и миссис Хартман. Прошу, садитесь. Так. Как вам путешествие под землю? Такого мы не ожидали. И слова мистера Людвига еще раз убедили нас, что мы хотим остановиться. Именно в вашем... о да, тут волшебно. Я ощутил это, как только переступила порог. Мы только открыли двери приюта, и уже понимаешь, что отсюда уже никуда не уйдешь. Напоминает это чувство, когда есть ребенок, находит свой дом, и мысленно возвращается к нему. Как вы, как вижу, намерены... Да, блин. Да вы готовы на оформление опеки? Оформление опеки? Да, блин. У меня, блин, проблемы. Я еще, блин, волнуюсь, я не знаю почему. Ладно, пофиг. Прекрасно, вы станете идеальными. О. Что? Возникли кое-какие сложности. Сложности? Какие такие сложности? Не знаю. В форме написано «тест». Что это значит? Скажите, что это означает? Мисс Грейбер, мне кажется, мы заслуживаем адекватных объяснений от вас. Разве нет? Вы же руководите этим процессом. Как вы можете... И почему мы не знаем об этом? Я не знаю, прошу прощения. Блин. Они еще в кассету встроили вот этот гнетущий звук зачем-то. И тишина. И внезапно такая тишина наступила. Максимальная просто. А куда... Куда нам? Нам нужно ключ найти здесь, я так понимаю. Кассету-то мы нашли. А ключ? Потому что чего-то... А, или стоп, вот. Вот, да. Ключик упал. Спрятали его от меня, да? Хотели, чтобы я не нашел. Ну, хотите дальше. Белая кассета, мне интересно, куда ее вставить-то надо? Так. О! Этот. Как его? Хитророк. Это мой один из любимых персонажей. Ну, наверное, нет. Сейчас мой любимый это Dog Day. Пока что. У него история офигенская. Вот. Но Хитророк на втором месте, наверное, будет. Прикольный персонаж. Приветик. Я Хитророк. Поможешь мне с картиной? Передай синий. Дальше. Спасибо. Можно немного красного? Больше красного. Выйти? Нам нельзя наружу. Ты прячешь красный цвет. Знаю, что да. Отдай сюда! Блин. Красный, скорее всего, и нужен для нарисования... для того, чтобы нарисовать кровь. Я думаю, это логично. Ваше время на исходе. Развернитесь и идите домой. Я бы еще знал, где мой дом, блин. Я уже столько всего прошел, что я даже не знаю, как вернуться, мне кажется. Так. Опять какие-то кабинеты. Блин, Брон. На самом деле, как приятно видеть вот эти все вот игрушки спустя две главы. Когда я с ними познакомился еще вот в недавних сериях. Я слышу, кстати, телевизор. Скорее всего, мы скоро увидим, наконец-таки, белую кассету, белый телевизор, белый плеер. И опять же, подъем. Help. Ну, сверху же сейчас что-то вылезет. Как вот мамочка вылазила. Такое же уже было. Бэм. Ладно, все нормально. Живем. Так, нам туда. Вот, все, хорошо. И сейчас нужно будет спуститься вниз. Я на всякий случай возьму пистолет. А, стоп. А, все нормально. Что-то он мне разряженным был показан. Пусто, пусто. Это открыть не сможем. Тоже плохо видно. Блин, ну сейчас же что-то вылезет на меня. Это прям... Прям по-другому, ну никак. Телек вот тут где-то, я прям слышу. Красный газ, кстати, по-моему. Такой чуть-чуть, я бы сказал. Ну да, надо маску. Тут обязательно. Давить? Пока непонятно. А, да, надо маску. Так, хорошо. Потенциал газа и маски начинает раскрываться по чуть-чуть. Ну, и с другой стороны, было бы неприкольно, если бы эту маску использовали везде. Действительно, ее здесь... Так, по чуть-чуть, знаете, дают. Может, в следующей главе будет больше, если эта глава не финальная. Опа, подождите. Глава Дома Милого Дома. Лиза Ботейн. Бутейн. Бутон. Так. Не-не-не-не-не, тихо. Живем. Подумал, что тут нету газа. Так. Что тут? А, у нас здесь нужно перетащить сюда электричество, окей. Сколько здесь проводов? Берем батон. Тут закрыто, там еще какая-то головоломка. Тут что? О! Этот, глава продукции газа. Чего такая музыка начала играть? Откуда она играет? Блин, тут откуда-то музыка такая странная играть начала.
Короче, директор, судя по всему, газопродукции. Нейт Карпентер. Карпентер, возможно. Открывай. Сюда нужно электричество ввести. Так, стул. Свали отсюда, блин. Мешаешь. Я ни хрена не вижу абсолютнейшим образом. А и что мне дальше делать? Электричество... Как бы... А, вот. Нет, это холодильник. Я ничего не вижу вообще в этом противогазе. Ну да, конечно, использовать его слишком часто, это было бы странно. А, сюда нужна батарейка. А я вот ту возьму просто. Свою оттуда же. Оп, есть. И питаем. Бам. И что, запиталось? Смотрим. Провод сейчас должен вроде подсветиться синим. Или нет? Где-то должна энергия появиться, я думаю. Вот тут, может. Нет, сюда все еще нужна энергия. Я ни хрена не понимаю. Дверь не открывается. А, вот. Нашел, наконец-то. Ой, да блин. Засунься. Есть. А, открой. А, что? Я подождите, я что-то вообще запутался. Здесь три офиса. Что-то я вообще в недоумении каком-то. Здесь еще нужно электричество. А, блин. Так, ладно. Так, я путаюсь. Я в маске начинаю думать, что здесь все больше и больше офисов. Потому что не могу понять, куда мне идти. Сюда. Вот так. Есть? Открылось. Действительно открылось. Все, закройся и, блин, дай мне подышать. Наконец-то. Фух, могу вдохнуть полной грудью. Ну, смотрите, рука запущена уже. Что-то пикает. Знакомое помещение, кстати. Как будто сейчас выберусь в купол обратно с КГАЗ Продукшн. Так, убери пока что вот эту руку свою. А, там лифт был запущен. Окей. Тогда запусти обратно руку. А, нет, стоп, не запускай. Я еще не сел. О, во, блин. Я подумал, сейчас поднимется. Нормально, поднимай. Все. А, здесь надо сначала, окей. Надо сначала открыть это все. Блин, как же здесь проседает FPS, я просто не могу. Так, это направлено туда, а я направлю сюда. Батарейки я пока не вижу, но сейчас... Ой, блин, сейчас я думаю найдем. Да, блин, убери руку. Все. Так, там оно направлено правильно, по сути. А, здесь оно, куда? Куда? Ага. Сюда. А, ну все правильно. Все правильно получается. Тогда стреляем рукой. Бэм. 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 И есть. Запустилось. И мы запустили руки. Все. Хорошо. Бэм. 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 И бэм. Здесь не пикать. Так, открываем ворота сразу эти. А что здесь пикает? Два электричества нужно. Что пикает? Это что такое? Что это? Подождите, это... Вот оно что... А, оно специально пикает, чтобы я его заметил. Падай. Оп, разбилось. Ну сюда запустим, засунем, допустим. Оп, здесь еще одна такая батарейка. Вот так ее тянем. И... Теперь нужно ее поднять наверх. Сюдысь. Сюдымс. И перенаправляем. А, я не могу сейчас пользоваться, да? Тогда вот... Да блин. Вот так. Все. Так, перенаправляем. И рычаг. Нажимаем. Поднимай. И вот так вот тащим теперь. Хоп. Бам. Разбилось. Есть. Это мы... Так, стоп. Здесь больше ничего же нету. Тогда это мы отсюда забираем. Кстати... Не закрылась, опять же, странно. А, так. Это ты... Это мы убираем. Спускайся. Это мы поднимаем. Сюда запихиваем, я сказал. И обратно. И... Бэм. Бэм. Готово. А, теперь нам надо направить вот эту штуку. Вот так. Все, хорошо. И это... Так, стоп, нет. Блин. Надо сначала убрать электричество. Обожаю головоломки, блин, прикольная темка. Мне очень нравится, как здесь головоломки сделаны. Есть! Хорошо. И мы у генератора, финального получается генератор. Он запустил у себя вроде. Музыка играть начала. А кто его запустил? Я что ли? Делай каждый свой шаг так, как будто бы он последний. Предупреждение. Стояние рядом с нагреваемым нагреваемым оборудованием может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Пожалуйста, проходите через зону с особой осторожностью. Окей. А это у нас...
горячая зона, я не знаю просто. Нам, я так понимаю, сюда нужно подняться или куда? Сюда? Вроде да. Вроде правильно идем. А, опять газ надо, да что ж такое? Газмаск, точнее. Маску. Вниз. Музыка такая странно веселая начала играть. Точнее, спокойная. Расслабленная. Так. Бэм. Спускаемся. И мы пришли куда? А мы в самом начале, да? Все. Понял. Так. Здесь просто какая-то комната. Не видно ни хрена абсолютно. Ход какой-то, ладно. Так. Прототип спасет всех нас. Типа всех. Блин, а я же, получается, тоже еретик. Я же против прототипа сейчас иду. Это очень, на самом деле, жутко. Так. И батарейка. А зачем мне эта батарейка? Вопрос хороший, конечно. Ладно. Блин! Тварь! 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 Фух. За что? Он меня убил? А, отыщи цветок. Отыщи цветок. Из таких мест обычно не возвращаются. Так зачем мне батарейка? Где я? Что это? Ты хоть знаешь, что делаешь? Ну, не особо. Как это Поппи говорит? Там написано вроде было, я не прочитал. Ну, Поппи, по сути. О, блин. Капец, туманчика навалили. У меня сейчас голова закружится. Знаешь, что здесь произошло? О. Что-то явно ужасное. Катнап стоит. Вон стоит он, тварина. Тварина такая. Блин. Ну фиг так пугать, слышишь? Так. Опять куда-то уходим. Ты знаешь, кем мы когда-то были? Ну... Мисс Пилайт была учителем, явно. О, ну блин, у меня голова кружится от этих эффектов. Ты понимаешь, почему мы должны положить этому конец? Ну да. Ситуация, конечно, не из лучших. Ну прикольно сделано, но у меня голова кружится. Ты хоть понимаешь, что сон — это явь? Может, сны, кстати, которые дает Катнап, это явь? Реально, действительно. То есть то, что мы видим, это... О! Хаги, здорово! Братишка. Блин, он же... Не переведено почему-то. Сигнализация какая-то. Ой-ой. Чё? Чё такое? Чё случилось? Хаги. Так. О, прототип! Прототип! Он ко мне свои лапы тянет. Я не хочу. Я жив? Я жив. Звонок. Ура, меня пробудила Олли. Проваливай из приюта, иначе тебе конец. Ой-ой-ой. Блин, да, да, это то, что я и хотел. Я хотел, чтобы Катнап был разумным, чтобы он понимал. И он разумный, он не просто следует инстинктам. Нет уж, Катнап. Нет уж. Я доведу это дело до конца. Хоть ты меня напугал до усрачки, но... Это ни о чем не говорит. Как будто бы светлее стало. Знаете, так все живо. А я могу, получается, назад вернуться. Прикол. Ну ладно, мне туда уже не надо, я думаю. Нет, стоп, у меня есть белая кассета. Куда мне ее всовывать? Типа... Ладно, может, я слышал телевизор там в одном из помещений, но ладно, пофиг. Думаю, потом разберемся, если я эту кассету не найду где вставить, в будущем при еще одном прохождении разберемся с этим. Блин, Катнап, Катнапыч, как же я его боюсь, но при этом он такой крутой. Опять темнота, кстати. Ночь, кстати, на дворе. Что-то пошло не так. Подбери шнур из кабинета советника и подключи его к питанию под статуей. Нам нужно дойти до 100%. Удачи. Окей, без проблем. Я вижу там свет. Я вижу там свет, подождите. Нет, стой, стой, стой. Мне интересно, что там происходит. Мне все еще интересно, зачем мне тут билетик. Он все еще там лежит, я так понимаю, да? Цветы как будто бы, кстати, завяли. О, а, стоп. Она мне сказала, точнее, он мне сказал под башней ее... Вот статуи, точнее, или вот это вот нажать? А, я... А, отсюда взять! И... Притащить... Куда? Куда?
Под статую? Да я там тоже могу притащить, типа. Куда? Оно тут пикает. Но это снизу. Подождите, а если... Оно пусть тут валяется. Кстати, это та самая штука, которую я там достал. Куда она ушла? Нет, стоп. Стоп. Вот это что? Это тоже такая же штука, да? Да. А зачем мне две одинаковые штуки? Как, у меня как будто есть выбор, слушайте. Подождите, а может быть, это связано с вот той штукой? Может, мне все-таки ее можно как-то достать сейчас? Ну-ка. А, ну-ка. Отсюда даже свечение какое-то исходит. Так, вот отсюда. Так, подсвети. Достал. Хорошо. Что дальше? Но это открыть не могу в любом случае, но... А, вот. Получается, я могу сейчас вставить туда, попробовать. Я не знаю, это баг или это так и должно быть. Попробуем. Мне просто очень интересно. Потому что зачем-то вот эта штука нужна. Зачем-то она подсвечена. Зачем-то она здесь есть. Поэтому я тяну ее. Их же здесь две. Или мне это в будущем надо будет, я не знаю просто. Попробую вот туда вот вставить. Вот куда-нибудь сюда. Нет? Сюда? Блин, она отлетела. Я не знаю, как это поднять, может, можно как-то. Или мне туда это надо притащить. Подождите. Что-то мне не пон. Что-то мне вообще не пон. Зачем мне тут провод? И куда мне его можно притащить? А, провод, ну, скорее всего, вниз его тащить, я не знаю. А, подождите, это же штука... Это же штука, вот этот вот патрон, его можно вставить внизу в статуи, короче, снизу по лестнице. Так, а я, наверное, смогу открыть таким образом плейхаус, плей, вот это вот место с играми. Сохранение. На меня же никто не нападет? Подождите, мне, на меня сейчас нельзя нападать. Куда-нибудь вот так же можно? Вот, ну, куда-нибудь вставься. Ну, блин, это странно. Оно там пикает, а я попробую вот это присоединить. О, сохранение. Смотрите, я подошел сюда, здесь сохранение прошло. Так, окей. Тащим тогда эту штуку под статую. О, теперь энергии должно хватить. А теперь принеси эту большую батарею в зону генерации газа. И мы сможем выбраться. Эта дверь недалеко от вагонетки, которая тебя сюда спустила. Удачи. А я вообще не тот провод запустил, слышишь? Это не должно быть так, по-моему. Я его оттуда взял. Провод. Да ведь? Зачем вот эта штука мне? Она как бы должна быть с проводом, но... Она вот здесь. Как будто бы я должен был эту штуку вот сюда присобачить. Но она не собачится сюда. Видите? Ей все равно. У нее провода нету. Может просто как-нибудь типа... Знаете, вот так вот. У меня же рука это провод, по сути. А вот то мне зачем? То, что пищит вот это вот. Вот это вот. Зачем мне? Зачем мне эта штука? Вот, я могу ее тоже присоединить. Давайте попробуем, хрен знает. Типа, я вообще в недоумении пока что. Так. Бэм. Присоединил. Подождите, а это две концовки? Возможно. Потому что, смотрите, у нас есть ключ какой-то. Подождите, я сейчас хочу перевести то, что она сказала. Я ничего не понял абсолютно. Она очень еще быстро рассказывала. Она сказала, что что-то надо light power. Сейчас попробую перевести. И к вам вернусь. Переведу, что она сказала. И поймем, может быть, мы что-то. Так, а стоп. Она нам дала ключ. А. Ключ, кстати. Стоп, я его взял? Не взял, да, походу? Да, не взял. Это тот самый ключ с цветочком. Это ключ от небесного купола, зачем он мне? Типа, по сути, я понял. Я должен был вставить эту трубку, а она бы присоединилась. Она бы мне сказала, я тебе дам последний ключ. Прийти туда должен был я. Это еще и не переведено почему-то, то есть это баг. Должен был прийти сюда, вставить сюда ключ. Почему-то у меня эта штука открылась без ключа. И... Сейчас, секунду, вот так. Не пикай, я уже засунул все. Вот, и... Короче, я не знаю. Просто мы можем заметить, что вот этой вот штуки... нету провода. В отличие от вот этих. Но проводом-то могу быть я. Но при этом я могу только кидать эту штуку. Короче, я не знаю, что это. И как это должно работать. Но по сути, по логике, так как я достал из энергоблока приюта... приюта. Плейхауса. То это должно запитать плейхаус. Но как? Как мне это сделать? Ладно.
Ладно, проблем нету, тогда берем вот этот вот кубик и идем обратно в газоперекачивающуюся станцию вот эту. Вот. И там мы, по сути, должны засунуть этот блок. Я даже помню, куда он, кстати, больше, по-моему, чем зеленый вот этот блочок. Ну да, несколько раз. Он еще странно под землю проваливается, ладно. Так, и идем сюда. Здесь нас должно перекинуть, как оно всегда делает. Бэм. И мы переходим. Переходим в локацию, в другую локацию. Сюда. Здесь мы уже были один раз и перекачали в центральный, как сказать, центральный вот этот бак, газ. Мне кажется, нам сейчас что-то помешает перекачать газ снова. Здесь еще, блин, этот самый, кассета, но я... У меня есть кассета, конечно, вот она. Но я ее как туда вставлю? Никак, по сути, да? Катна тут все еще дышит. Так. О, блин! Че так? О, катнап! Надышал! Противогаз! Я не могу противогаз достать! О! Че за хрень? Че за хрень? Отстань, слышишь? Отстань! Это че? Ух ты, блин! Эгоизм, это скверно! Это чё за кошмарный катнап? Это, я так понимаю, он как бы нас усыпил. Я противогаз почему-то не мог надеть. Я понимаю, так он нас усыпил. Я еще почему-то уронил батарейку. Где я? А, мне заново это все делать, что ли? Вы что, с ума сошли? Ай. А куда мне бежать-то надо было? Обратно сюда? Ладно, допустим. А, окей. Мне все еще непонятно, кто такая Олли. Ну, кто такой, точнее, Олли. Это ж какой-то тоже, возможно, это либо человек, либо это игрушка. Скорее всего, игрушка, почему-то мне так кажется. Кстати, а может быть, Олли это и есть телефон? В чем проблема? Не знаю, почему-то... Ну, по-моему, неплохая теория. Олли это телефон, который может со мной разговаривать просто. Так, давайте подумаем, куда мне бежать? Можно побежать сюда, если здесь не закрыто будет. Там, если я не ошибаюсь, закрыто. То есть здесь пройти нельзя. А, стоп, подождите. Это включает элеватор. Да, это включает элеватор. Мы идем на элеваторы. Так, 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 так. Только я ее роняю, блин. Засунь. Тихо, 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 тихо. Запустил, запустил, запустил. Он идет. Он идет. Кнопку, 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 кнопку. Наверх. Поехала. Поехала. Все. Иди ты нафиг, слышишь? А ты куда идешь? А ты куда идешь? Давай не за мной, слышишь? Пока. А, блин. Тварина. Это же даже не катап, это какой-то высушенный катнап. Его куда высушили просто. Я не могу противогаз надеть. Я во сне сейчас, по сути. Он меня сразу прям усыпил каким-то образом. Я? Я не могу надеть противогаз. Я вам серьезно говорю, я жму F. А мне кажется, знаете, что здесь будет? Здесь будет как в Bending the Ink Machine. В пятой главе в конце. Он будет туда-сюда бегать. Почему-то у меня есть такое ощущение. Так, а здесь что? Подождите. Место для кассеты? Угу, только не для той. Ну, у меня же вот. Да прям и по цвету подходит. Что-то, по-моему, вы уверены, что это не должно так работать? Ладно. Батарейка, смотрите. О, опять головоломочки. Обожаю. И опять FPS минус 300. Catnap is coming. Be ready. Будь готов. А, скоро появится код ремонт. Приготовься. В смысле? Прям сейчас, что ли? Как готовиться к этому? Подожди. Эта комната защитит тебя. Раньше это место было укрытием, возможно, сейчас оно будет безопасно. Осмотрись. Ну подожди. В комнате должны были остаться батарейки. Используй их, чтобы запитать любой нужный предмет в комнате. Окей, я это и хотел сделать. Кто мне это говорит? Фальшфайеры помогут отличить иллюзию от реальности. Они пригодятся тебе в битве с ним. В битве. В этой комнате слева за тобой должен быть зеленый разъем питания. Его можно включить при помощи батарейки. Посмотри. Ну тут. Окей. Все получается, да? Окей, это я понял. Я хотел просто осмотреться. Вот это что это? Это я могу сдвинуть. Но я сейчас во сне, очевидно. Тут красный дым, и я без противогаза. Я не могу не спать без противогаза, да ведь? Поэтому я нахожусь во сне, который задумал... А может, мне не надо следовать правилам, которые задумал какой-то там телевизор во сне у Катнапа? Я, конечно, может, не знаю, но...
Прикольно, они сделали туман, кстати. Я впервые вижу вообще такой туман в играх. Типа, это жесть. Так, получается, все только в центре находится. Здесь я могу использовать руку, перелететь. Там тоже могу использовать руку, перелететь. Короче, головоломочка просто. Бэм. Это мы сюда вставим, давайте тогда уж. И мы запитали вот это вот. А, в правой и левой стороне комнаты передней и задней части должны быть небольшие углубления с разъемами для заряда. Посмотри. Это я знаю. Это я могу открыть. И тут вот это могу забрать, да? Сюда. Здесь заряды. А, я просто открыл, да? И мне можно даже не держать. А, я заблокировал. Я заблокировал. Алло. А назад тянуться будешь? Оно не тянется назад. И тут еще что-то. А, ну само через время, окей. Батарейку сюда можно вставить. Ой. Ой. Подожди. Подожди, стой, 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 стой. Мне сейчас стрелять, наверное, придется, да? Отбиваться от фейковых катнапов. А что здесь? Дым заблокировал проход, окей. Допустим. А, батарейки мне нужно все сюда вставить, да? Вот эти. Да, блин. И что за бред? Оно не вставляется. Так, тогда берем вот это. Сюда вот это. Бэм. Пустил газ. Газ есть. Бэм. Газ пустил. Сюда, бэм. Ладно. Бэм. Стой. Открой. Все хорошо. Бэм, газ пустил. А, стоп! Мне нужно... О, блин. Это будет жестко, я думаю. Мне нужно будет, получается... Катна будет идти оттуда, мне нужно будет переключать... О, блин, вы что, с ума сошли? Я же никогда в жизни... Помести батарею в одно из четырех устройств этим разъемом. Будь осторожнее, код дремот уже близко. Скотина, как мне это делать? Так, одна рука здесь, хорошо. Одна рука будет здесь, она будет тыркать вот так. Бэм, вот так, бэм. Все, она будет просто держать, просто держать. Эту руку я буду менять. Чтобы. Он будет, получается, медленно идти из этих проходов, и мне надо будет ударять его газом. Так, это бьет газом сюда, это бьет газом туда. Это бьет газом направо, это налево, окей. Окей, окей, окей. Окей, сейчас тогда. А, блин. Это сложно будет. Бэм. Поместись, может, нет? Оно не хочет. Типа... А, блин, ё-моё, я испугался. Оно не помещается сюда. Оно не хочет. Сюда. Да. Сюда. 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 Газом бью. Ударил. Они все ходят... Ой. 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 А чё мне? Как мне? А чё мне? Как мне? А чё мне? Как мне? Вот так? Вот так? Свалил? Куда дальше? Где они? Я чё знаю, блин? А, вот, вот тут, вот тут, вот тут. Вот так? Вот так? Вот так? Вот так? Да, алё! Сюда идёт? Сюда идет. Свалил, 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 свалил. Уйди. 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 Свали. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А что, зарядилась батарейка? Окей. 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 Газика, 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 газика. Что я несу, блин, я уже... Что? Что? Что случилось? А куда? А что мне делать? Окей. Окей, я что-то не знаю, что делать уже. А что мне делать? Я не знаю. Поклянитесь прототипу. Разве он не чудесен? Ну такой, я бы сказал... Я бы сказал, норм, пацан. Блин, это жутко. Я очень растерялся, я не знаю, что мне делать. Так, мне все вообще заново, что ли? Ну что, с ума сошли? Так, хорошо, это я держу. Я теряюсь, вот в этот момент я теряюсь. А зачем... Зачем мне вот это вот питать, я не понимаю. Это сюда? А, это я... Это я запитал, чтобы здесь можно было электричество давать. А я могу... Я могу использовать вот так. Да, смотрите, оказывается. А, или нет. А, могу, да, могу. То есть я могу не бегать туда-сюда,
А использовать... Хорошо, хорошо, я понял. Я понял. А, вот так. Алло, отдай. Да, блин, не той рукой. Да скотина ты. Бэм. Хорошо. Код дремот уже близко, это я знаю. Вот так. И забрать я же смогу? Я же забрать смогу, да? Да, все. То есть, заходить вот сюда в угол мне не надо. За угол, точнее. Мне нужно лишь... Короче, ладно, разберемся. 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 Они бегают, их здесь много. Но все нормально, мне лишь нужно следить. Мне нужно следить, откуда пойдет один. Один идет отсюда. Тогда я беру... А где батарейка? А, я ее засунул, точно, я идет. Я ее засунул. Бэм. Ушел. А что мне делать с котом сверху, дремотом? Меня что-то наклонило. Оп. Что мне делать с котом сверху? Опа. Не туда. Не туда, не туда, не туда. Блин, сейчас, секунду. Я теряюсь. Я не могу так. Мне тяжело. Оно опять сверху идет, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я теряюсь, я так не могу, блин. Отсюда, отсюда идет. Хорошо. Хорошо. Батарейка снизу была, кстати. Да, блин. Так. Так. Где он? Где он? Где он? Чисто, пока что чисто. Вот здесь. Вот здесь. Меняем. Кидаем. Вот так. Все, хорошо. 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 Здесь. Здесь делаем вот так. Вот так. Батарейка. Батарейка. Но я не знаю, что делать дальше. Типа... Вот сейчас придет катнап сверху. И что мне? Мне надо сверху закрыть его, да? Понял. Окей. Вот так. Вот так. Ушел. Ушел, 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 ушел. Нормально действуем пока что. Работаем, работаем. Бэм. Бэм. Этот сюда. Бэм. Куда? Куда? Блин, они сюда. Вот так. Вот так. Блин. Я путаюсь. Я теряюсь. Он сзади. Вот тут. Бэм. Хорошо. Сразу, сразу две стороны чекаем. Вот так. Блин, сложно, сложно. Закрыть сейчас надо будет. Сейчас надо будет закрыть. Ну а как? Вот тут код идет. Ладно. Вот это тоже на всякий случай. О, он здесь уже почти, он уже здесь. Он уже здесь. Алло, а куда он пропал? Тихо, он уже тут. А он, они сюда залазят уже, алло. А, стоп, я же могу использовать вроде флайеры, нет? Да, могу. А, блин, а что я делаю тогда? Стоп. Стоп. Берем, засовываем. Точно, я же забыл совсем про то, что надо так делать. Иди отсюда. Иди отсюда. Откуда они идут? Они, блин, со всех сторон лезут. Ну это просто жесть. Сверху вроде не лезет. Нормально. Живем, живем. Так. Так, почти еще одна загрузилась. А где еще батарейка? Мне пишут ВКонтакте. Не пишите. Точнее, это уведомление просто, ну ладно, пофиг. А где батарейка? Здесь, по-моему. По-моему, здесь. Не здесь, ладно. А где? Они просто ходят. Чё за бред? Опять он сверху. Опять он сверху. Или он не сверху, я не знаю, что это? А, новая батарея. А где я батарею найду еще одну? Отсюда что-то, что ли, типа? Бам! Есть? Блин, я вырубил свет просто, я... Вообще дурак. Я не могу. Это очень страшно, сложно. Не, пока не сложно, но страшно. Страшно это точно. Они не приходят ко мне, чё я...
ну что делать? А я могу не держать уже, получается, да? Все в порядке? Они просто ходят по кругу. И все нормально. Сверху тоже никто не приходит. Все в порядке? Кыш! Свалил отсюда! Я их просто растворил, и все. Ну, пока все нормально. 9, 8, 7. Все? Мы выполнили? Мы выполнили же, да? Мы же выполнили. А, электричество! 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 Алло! А, нет? А что? Что делать? Что делать? Что-то нужно сделать? А, блин, я не то беру. Вот так. Бэм! О, катап! Катап, стреляй в него! На тебе, скотина! Я его глушил! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё за фигня? Какого хрена? Охренеть! Прототип! Прототип! Это его бог, он встретился со своим богом! А-а-а. Катнапыч! О! Он убил его! Прототип! Его убил свой бог! Как это... Офигенно! Я такого вообще не ожидал! А, где моя рука? А, она взорвалась нафиг, видимо. Это просто бомба! Реально! Подождите, у меня... А, у меня нет больше зеленой руки, все. А, блин. Это очень круто, и при этом... Господи. Я даже не знаю, что говорить, ребят. Это очень красиво, круто. Я в шоке просто, я просто в шоке. Куда мне идти теперь? Наверх, к нему, может? Типа, нажать вот этот... Чё пикает? Чё пикает? Блин, здесь этот стол еще из детского сада. Все еще не могу посмотреть, да? А что мне делать? Такой вопросик. Я могу взять отсюда, запитать, обратно свет врубится. Это очень полезно, между прочим. Отсюда я забрать ничего не могу. То есть мы зарядили 4 батарейками огромную супер электрическую штуку. Ладно, нам, судя по всему, назад возвращаться. Там что-то пикает, но я... Все. А, ну да, по сути, теперь нам уже ничего не грозит. Мы можем спуститься вниз. Ох, ну их, ну это просто жесть. Я не хочу материться, но если еще раз что-то подобное произойдет, я думаю, придется. Потому что я просто в шоке, по-другому не описать. А батарейку, кстати, вставил, но она вон лежит. Если вы можете помнить. О, Олли, давай, рассказывай. О, у тебя получилось! Это, наверное, приятное чувство. Офигеть, какое приятное. Кот Дримот мертв. Ты теперь на шаг ближе к прототипу. На шаг ближе к победе. Выбор сделан. Ты остаешься помогать Поппи. Заканчивай. Выигрыш твой. Да. Победа за мной, Катнапыч. А ты какашка. Так, а мы... Подожди, а мы же питаем... А, мы питаем еще эту штуку. Врубить ее. No signal. И еще раз перекачиваем, да? Перезапустить. Перезапуск. Есть. И мы перекачиваем, по сути, да? Я готов стрелять, если что, на всякий случай. Пошло, пошло, дельце. Работает. Запущено. Перекачка в левый бак. А зачем мы делаем это именно в левый бак? Вот это вопрос. Это как бы нам сказал Олли так сделать, но... Опа! И свет врубился. Ребят, так все замечательно, слушайте. И чё? Чё мы сделали? Все? А, еще раз, что ли? А, я типа его выкачаю сейчас полностью. Playtime. Онлайн. А. А, он просто повторяет одну и ту же анимацию, ладно. Что? А, свет, типа, врубился снова, окей. Есть проблемы, но, блин, игра офигенская, игра пока что офигенская. Я думаю, мы уже у финала, там, наверное, открылся этот люк, да? Не открылся. Отлично, ты здесь. А ты где? И вновь тебе удалось невозможное. Я знала, что у тебя получится. Кота Дримота больше нет, красный дым обезвредили. Благодаря тебе все возвращается на круги своя. Если мы пойдем дальше, тогда тебе следует знать правду. Ты здесь из-за своих коллег. Ты хочешь знать, что произошло и почему? Это и есть ответ. Мы называем это часом радости. Оу, хорошо, спасибо. Давайте посмотрим. Час радости. Хаги стоит, люди ходят вокруг него. И Хаги напал на людей. Просто внезапно. Внезапно начал нападать на людей и кромсать их. Мамочка тоже внезапно начала кромсать людей. Подвесила их. И раскидала.
Блин, ужас. А это что? Я не вижу, что это. Плохо. Это игрушки, типа? Оу. О, это эти самые учителя. А их много? Это Хаги? Или это Киси? Это Киси, наверное. Так. Боксибу. О, мы увидели Боксибу. Побежал тоже. То есть они все внезапно сорвались, как с цепи, как я и говорил. В этот час радости, кэтнап. Блин, это офигенно, ребят. Я не могу, это очень круто. И сама история, это вообще что-то новое. И это вот показали мне сейчас. Это охереть. Я помню все в мельчайших деталях. И тот звук продолжался так долго, что становилось тошно. Они попробовали прятаться, убегать. Да все что угодно, лишь бы выжить. Я помню их крики. Что происходит? В чем дело? Что это за шутки? Это было массовое убийство. Бессмысленная бойня. Они убили всех. Невиновных, виновных. Им было все равно. И все эти смерти ни к чему не привели. И потом, когда резня кончилась, они утащили тела вниз. И их никогда не найдут. А потом они сожрали эти тела, чтобы выжить. О, Киси. Прототип должен умереть за это. За все. Киси. Привет, малышка. Блин. А Киси, ты с нами не пойдешь? Как только доберемся вниз, лифт отправим наверх. Держись крепко. А, подожди, мне тоже надо? А, после тебя? А, на рычаг нажмет, окей, вот этот. А мне надо зайти, да, к ней? Окей. Проблем нету. Поехали. Как только приземлимся, надо осмотреться. Там что-то... Что? Что она делает? Это не... Нет, нет, нет! На нее напали, походу. Мы идем, держись! Крышка закрывается. Ну уже быстрее! Киси! Киси убили! Нет! А кто ее убил? Прототип? И конец! Это жесть! Это просто жесть! Блин! Я вам сразу скажу, я уверен, что Киси мы еще встретим. Вот нам не показали ее смерть наглядно. Мне кажется, мы встретим ее, возможно, раненой. Возможно, мы увидим ее смерть еще. Но мне кажется, мы ее встретим. Это очень жестко. Я очень жду четвертую главу. Я очень жду. Все, ребят. Это легендарно. Это очень легендарно. Это очень крутая игра. Типа, я не знаю, как описать просто. Это что-то новое, что-то крутое. И, блин, я надеюсь, что после третьей главы Poppy Playtime перестанут считать детским хоррором. Это же нифига не так. Здесь действительно и затрагиваются тяжелые, интересные, страшные темы, серьезные. Которые, ну, явно не для детей. И это все так подается по чуть-чуть, и круто. Блин, я доволен покупкой, я доволен прохождением. Я надеюсь, вы тоже довольны, ребят. Это очень круто, это очень все круто, серьезно. Такое количество контента, очень много развил... Очень много, точнее, всяких необычных событий. Это просто мозговзрывательно. Я так понимаю, в следующей главе мы встретимся все-таки с прототипом. Либо же нет, либо же придет кто-то еще. Потому что про Катнапа мы что слышали? Ничего. Про мамочку мы что слышали? Ничего. Вот, ну, до, естественно, второй главы про мамочку мы ничего не слышали, до третьей главы мы про Кэтнапа тоже могли лишь догадываться, ну, вообще не могли догадываться, там даже про него нигде не говорилось. Вот, и... Это жесть, реально, я по-другому не могу сказать. Это просто пи***ц. Это охуенно. Извиняюсь за маты, но по-другому уж никак. Это просто бомба. Жду четвертую главу. Вместе с вами будем ее ждать. Будем также осматривать первую, вторую. Очень громкая музыка, надеюсь, она меня не перебивает. Ждем четвертую главу и постепенно будем изучать и вливаться больше, ну, сильнее в эти главы. Первую, вторую, третью. Разбираться в них, находить всякие секреты.
интересные вещи и так далее. Вот. На этом пока что все. Очень много, кстати, людей работало на этот раз. Над второй и первой главой работало не так много людей, но они получились бомбовыми. А над третьей главой работало уже побольше людей, и она получилась еще лучше. Еще лучше. Ох, господи, это просто офигенно, серьезно. Хочу посмотреть, есть ли что-нибудь в конце титров. И... жесть. Это жесть. Это реально жесть. Localization Team, кстати, прошу заметить, 2 человека. Офигенно. Ну, блин, побольше бы людей набрали, типа, чтобы перевести. В чем проблема? Потому что некоторые реплики вообще не переведены, а некоторые переведены... Нет, кстати, перевод более-менее нормальный. Но в некоторых местах не доделали. И очень быстрые субтитры. Вот это я хочу сказать. А так нормально. Местами быстрые субтитры, местами они нормальные. Я не знаю, как это описать. Потому что иногда есть огромный текст, который просто пролистывается очень быстро, не успеваешь его прочитать. А торопиться не очень хочется. Хочется все-таки эмоции передать и в целом получить. Да, реально огромное количество людей общались. Кстати, у меня, если присмотреться, у меня слева снизу руку видно. А вот я могу, в общем-то, двигаться. Подождите, а может быть задний фон медленно проявляется? Может, мы еще сейчас что-то увидим? Я могу даже руку поменять. Блин, а если убрать вот этот эффект? Я же уверен, что там что-то еще есть. За этим эффектом. Ну не просто же так они оставили задний фон с титрами. Но мы явно на вот этой площадке, я слышу по звуку. Либо это баг, либо сейчас после титров мы увидим еще какую-то послетитровую сцену. Типа, что нам Поппи скажет там, допустим. Музыка закончилась при этом, но все равно титры еще идут. Но огромное количество людей работало, серьезно. Это уже молодцы. Они много где поэкспериментировали, много где доработали, много где чего поработали. Много чего убрали, да, чего бы не стоило убирать. Тот же самый, ну, я чисто в пример беру, как канат вот этот вот у нас рука, то что она могла растягиваться нормально, то есть мы могли висеть на ней, допустим, шататься туда-сюда. Сейчас этого... Посвящается игрокам. Спасибо за то, что продолжаете наш поддерживать и быть рядом. И за все то, что вы делаете, говорите, как бы поддерживает этот франчайз, который мы... Стой, нет, не уезжай! Видим ваши видео, оставайтесь с нами, чтобы узнать больше. С любовью всегда, Mob Entertainment. Ребят, реплей, подождите. А это что за кнопка? Можно, то есть специально кнопка есть переиграть какую-то часть главы. Офигенно, это полезно будет, слушайте, это прям мега полезно будет. Mob Entertainment. Вряд ли вы это смотрите, потому что я все-таки русскоязычный ютубер. Вот, но, да и тем более не сверхпопулярный. Вот, но игра шикарна, но верните большинство механик, которые были в предыдущих главах. То есть во второй, допустим, то же самое, опять же, перетягивание каната, то есть то, что можно висеть и качаться туда-сюда, вы сделали просто заскриптованную штуку. Услышит ли это кто-то или нет, неважно, главное, что я это передал. Вот. На этом пока что все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы еще вернемся к первой, второй, третьей главе, мы будем изучать всякие детальки, искать разные секретики, детали, мелочи в мелочах, как мне говорил один мой подписчик. Вот. Ждите новостей, ждите новых видео. На этом пока что все. Всем до новых встреч и всем пока-пока-пока.